Он мечтал стать профессиональным горнолыжником, но одна неудачная тренировка разбила все планы. Тогда молодой Сергей Барнов сильно повредил колено. С профессиональным спортом пришлось расстаться. А я катался на горных лыжах, и меня выбросило в дерево. В общем-то, как это сказать, в колене разорвало сустав. Вот. И после этого, в общем-то, спорт кончился. В свои почтенные годы Сергей Иванович чувствует себя прекрасно. Несколько раз в неделю посещает тренажерный зал, занимается на турнике и упражняется в скандинавской ходьбе, которую считает особо эффективной. Наверное, мне нравится, потому что там задействованы достаточно большое количество мышц по сравнению, допустим, с просто ходьбой. Большее количество, то есть начинает работать трицепсы и так далее. Спина немного. Среди анаэробных и аэробных одновременно в зависимости от нагрузки у меня скандинавская ходьба среди первых. Кроме этого, у мужчины есть еще одна полезная привычка. Помимо физкультуры, он занимается туристическим альпинизмом. В горы я выезжаю один или два раза или больше в год. Горные лыжи. Травма, тем не менее катаюсь, как могу, как позволяет ходовая часть. Сергей Иванович легко может дать фору молодым, но о серьезных спортивных достижениях уже и не думает. Говорит, не рекорды главное, а жизнь активная и физически здоровая. Алексей Поляков, Данил Захаров, «День с толком».